Во-первых, добрый вечер. У нас уже вечер. Тут солнце садится очень быстро. Где-то 6 часов вечера уже сумерки, и полседьмого уже темно. Вот. Сейчас мы находимся в городке Паттайя на берегу Сиамского залива. В замечательной стране тысячи улыбок, которая называется Бангкок. Родился я в Оренбурге 24 года назад. Вот, но несколько месяцев назад принял решение, что хочу попутешествовать. Прилетел в Паттайю, нашел замечательную работу, на которой, вот как это не печально звучит, зарабатываю гораздо больше денег, нежели я зарабатывал в Оренбургском водоканале, работая инженером. Вот, работа была гораздо ответственнее и важнее, чем сейчас. Сейчас я вот продаю экскурсии нашим соотечественникам, и не только, еще и гражданам Китая, Ирана, Израиля и так далее. Вот в замечательном городке Паттайя. Именно из-за заработка ты уехал? Нет, конечно, нет. Я уехал совершенно по другим целям, потому что мне интересно посмотреть вообще мир и как живут люди в других странах, и как они смотрят вообще на мир. Вообще я родом из Ташкента. Узбекистан. 15 лет мотаюсь по соревнованиям. В принципе, привычка есть ездить по городам. Потому что нету какой-то определенной привязанности к своей семье, мужа, детей и прочего-прочего. И мне очень нравится именно ездить, узнавать что-то новое. Там ездила всю Азию. А в 18 лет у меня объявился мой папа, который живет в Оренбургской области. Пару раз я к нему приезжала в гости, он живет в Топском. Как-то в очередной раз приехал к нему и сказала, я хочу посмотреть город. Вот до сих пор смотрю. Оренбург, он маленький, тихенький, беленький. Тем более я приехала летом. Мне очень понравилось именно то, что белая улица Терешковой была.